Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Привет, ребятки! Сегодня мы будем растить моего слайма. Вы только гляньте, что у меня за спиной. Вот такой вот замечательный Бумба. Да, я его назвал Бумба, потому что, ну, я как всегда креативлю на имена. Вначале я вообще хотел его назвать Горох. Что же мы будем с ним делать? А все просто. Это типа мой питомец. А что делают с питомцами? Вот именно. Ухаживают за ними, выгуливают, кормят их. Вот и мы то же самое будем делать с моим слаймом. Он у меня уже немножечко подрос, был совсем махонький, буквально на ладошечку помещался. У него на лице вот такой вот замечательный смайлик. Я могу на него нажимать, и тем самым он у меня будет тоже расти, но лучше всего его кормить. Вот такой вот всякой ботвой, листвой. Он будет этим питаться и расти намного быстрее, чем я буду на него нажимать. Поэтому я отправляюсь со своим слаймом на прогулку. Пойдем, мой слайм. Погуляешь со мной. Опачки, подрос, круто. Я разблокировал новое лицо. Да, у нас здесь есть возможность одеваться. Тут вот у нас справа есть возможность переодеть лицо нашему смайлу. У нас разблокировано первое, второе и третье. Типа, такое, типа грустненькое личико, обиженное какое-то, либо очень веселое. Надену-ка я лучше веселое. Так, посмотрим, где у тебя личико. О, какой он просто прелестный. Просто чудо, слайм. Пойдем-ка мы тебя покормим. Ух ты, ты только глянь, смотри, какой там светящийся цветок. Или ботва, что там, я не могу понять, может это что-то там иное, может какое-то там яйцо. Пойдем, пойдем, я скормлю тебе это светящееся чудо. Надеюсь, она что-то дает. Вот, а там походу еще одно, нифига себе. Вот это мы с тобой наткнулись. Так, кушай, кушай. Я хочу, чтобы ты у меня был большой. Еще, кстати, при помощи нашего слайма я могу выступать в цирке. Смотрите, я встаю вот так вот на него и просто бегаю, как циркач. По этому шарику. Да стой ты, стой ты. Конечно, наверное, ему это очень не нравится, то, что я по нему топчусь. Блин, пока я тут топтался и показывал вам цирковое выступление, наш волшебный цветочек куда-то пропал. Печалька. О, нифига себе. Бумба, смотри. Там типа твой огромный-огромный собрат. Офигеть, каких он огромных размеров. Я хочу, чтобы ты у меня был таким же. Поэтому давай, кушай, кушай. Я еще буду на тебя нажимать. Опачки, новое лицо разблокировалось. Давай глянем. О, это же улыбка, которая сейчас у меня на персонаже. Давай-ка на тебя тоже наденем. Типа, ну, яблоко от яблони недалеко падает, так что будешь с таким же бегать. Ну-ка, улыбочку. О, да. Мы теперь с тобой не разлей вода. Нифига себе, это что у тебя, слайм такой? Что-то он не совсем похож, он похож на какой-то головной убор. Также здесь есть возможность одеть шляпу, но она требует RB. RB это ребуты, то есть нужно просто обнулить своего персонажа, чтобы получить какие-то привилегии. Но этого я пока делать не хочу. И, кстати, вы посмотрите, команда! Только что видели с вами вот такой вот слайм, то есть это получается не шапки, это мы меняем форму слайма. Все понятно, все ясно. О, смотрите, только об этом поговорили, и вон там он уже шляпа катается. Вместо такого зелененького, ну не знаю. Мне кажется, что зелененький слайм, он намного забавнее, намного прикольнее. К тому же на нем улыбки видны. Не думаю, что на шляпе будет так хорошо видна улыбка. Так, пойдем. Я вижу тут вон, смотри какие. Розовенькие, красненькие, синенькие цветочки. Не-не-не, это мои. Эх, проказник. Как ты меня опережаешь? Да что ты будешь делать? Смайл мой слишком пухлый и не успевает просто бежать за мной. Давай, колобок, катись, катись. Съели наши цветные цветочки, поэтому нужно тебя отправить в фитнес-зал. Опачки. Ей, еще чуть-чуть подрос. Так, а может я квест выполнил? Да, кстати, я квест выполнил. У меня был квест съесть 14 вот таких вот цветочков. Я их съел, поэтому мне дали немножко опыта. Ох, вы только посмотрите, как Бумбе тяжело, он даже не может развернуться нормально. Эй, Бумба, ты куда без меня полетел? А ну возвращайся, катись обратно в мою сторону. О, цветок, смотри, какой цветок. Блин, ты такой пухлый, кажись, пока ты докатишься, уже кто-нибудь съест его. Давай, катись сюда свою зеленую голову, Бумба. Эй, ну ты чё? Капец. Нет, нет, нет. Бумба. Мы с тобой все профукали. Ленивая ты зеленая попенция. А, мне кажется, что мне нужно тебя катать. Вот ты жиробуха, а? Придется тебя катать. По-другому иначе никак.
Эп, можете ролик приделать, а? Дружище, ты такой тяжелый на самом деле. Вон, синенькие цветочки, давай. Катись туда. Кстати, может я... Да стой ты! Вот так вот теперь можно кататься. Опа! Нет, так тоже не получается. Ладно. Придется тебя толкать все-таки вручную. Вон он, цветочек блестящий, светящийся. Аленький цветочек. Пойдем съедим его. Надеюсь, мы успеем. Поворот налево. Давай катись. Ну же. На куда ты? Блин, мне тебя еще туда запихать надо. Вот. Ну, наконец-то. Смотри, как подрос мой Бумба. Красавчик. Расти больше. Оп. Подожди. Проехал. Давай сюда. Вот. Блин. Очень тяжело. Откормил на свою голову. Теперь, блин, мучаюсь. На самом деле, я уже устал толкать его, поэтому я хочу попробовать сделать ребут. Ребут 10 левел. А у меня какой? У меня 9. То есть еще чуть-чуть буквально осталось. Давай, дружище. Давай, откушайся, потом тебе будет легче. Сбросишь вес сразу же. Я тебя на специальную фитнес-программу отправлю. Да блин, там цветочек пропал. Ладно, поехали, синенький есть. О, фиолетовенький. Ну-ка, давай. Давай. Открывай рот. О! Юху! 10 уровень! Ну, попробуем сделать ребут. Ребут. Та-дам! И у меня сбросился мой смайл. Я получил бейджик. И вот такой вот у нас смайлик теперь. Смотрите, какой он махонький. Я, как и говорил ранее, помещается прямо на ладошечку. Но прежде чем мы продолжим его прокачивать, я предлагаю изменить его форму на шляпу. Шляпа. Та-дам! Слайм-шляпа. Я даже не знаю. Это, конечно, как-то уныло стало. Интересно, я его катать также могу? Ну, я думаю, что да. Подрос у меня, дружище. И мы получили какое-то новое лицо. Вот такой вот. Бабл. Жвачка. Че это? Ну вот. На этот слайм я не могу одевать лица. Это минус данного слайма. Печалька. Пойдем тогда жевать с тобой траву. Па-бам! И снова я увеличил своего слайма и получил новое лицо. Блин, шляпа, ты еще хуже, чем слайм. Ты катаешься только по своей колее. Да, тяжеловато с ней будет. Так, а толкать я тебя могу? О, ладно, хоть толкать можно. Пойдем вон тот волшебный цветок. Да, блин, вот это шляпа, а. Шляпа так шляпа. Давай, вон, цветок есть. Пойдем съедим. Кушай его. Да, блин, ну ты ж рядышком, ну чё ты? О, молодчина. Так, назад теперь разворачиваемся вон туда. Вон тот цветок. Давай, вперед. Да блин, ну куда ты? Куда ты свернул в самый последний момент? Оу! Пока мы разворачивались, уже пропал этот цветок. Капецкий. Короче, я предлагаю вернуть моего зелененького слайма, потому что, ну, вот это просто капец какой-то полный. О, вот это другое дело. И сейчас мы тебе еще вот такое вот новое жвачное лицо приделаем. О! Ну-ка, покажи. Вот это настоящий слайм. Вот это прям прелесть. Покатились, бро. Цветок появился. Смотри-ка. Возвращайся, катись сюда. Хлыбыч, как подрос сразу. Молодчина. Вы только гляньте, какие здесь здоровые слаймы. Вот это горох. Вот это я понимаю. Да тут можно целый гороховый суп сварить. Жесть, дружище, как ты своего слайма толкаешь. Какой он огроменный-то, капец. Голову сломать можно просто. Вместе с позвоночником, пока его толкнешь. Тыкс, я своего смайла откормил до 12 уровня. А это означает, что я могу сделать ребут. Ребут. И теперь я могу одеть шляпу Федора. Одеваем. Надеюсь, она получше, чем предыдущая была. Я бы такую лучше на голову одел, чем она будет по полю кататься. Кушай, смайлик. Слаймик, смайлик. Ништячок. Шляпа растет. Мир прекрасен. Давай, моя толстая шляпа. Беги за мной, мой пэт. Ешь, цветочек. Хоп. Главное, чтоб меня шляпа не накрыла. А то будет беде. Смотри, сколько здесь травы. Хрумкой. Хомяч. Ну блин, куда? Началось.
откормил своего слайма. Он теперь очень-очень стал ленивый, неповоротливый. Ему очень тяжело перемещаться. Даже шляпы бывают толстые. Фу, натаскался я с этой шляпой. Посмотри, каких она размеров стала. Ужас. Ну-ка, сейчас попробую перед ней встать. Задавит она меня или нет? Нет. О, остановилась. Знает, где хозяин. Фух, ну что ж, 12 уровень, это означает, что я могу сделать ребут. Делаю ребут, посмотрим, во что же теперь я смогу переодеть своего слайма. Теперь я могу купить вот такую вот команду. Это то, что мы с тобой в самом начале видели. Вот такой вот слайм. Ну-ка, пойдем попробуем тебя откормить, посмотрим. В общем, вот такой вот слайм. Ребята, я уже устал катать этих колобков, это очень сложно. Если вам понравился этот плейс, то пишите по поводу него в комментариях, что вы думаете, а также не забывайте ставить лайки, пальцы вверх, то есть, и подписываться на канал, кто еще не подписан. Вам спасибо за просмотр, всем желаю удачки в сегодняшнем дне и вообще, и пока, до нового видосика. Так, пошли, эй, пухляш, пошли домой, пошли, катись, катись за мной.